детстве я долго не мог преодолеть страха перед водой. И, видимо, поэтому отец выбрал для меня именно этот путь. Он говорил: «Вся наша жизнь состоит из страхов и преодолений. Сначала ты боишься воды, потом перестаешь ее замечать, и вот вы уже друзья, которые плывут на перегонки. 50 метров на тренировке – это просто дорожка. 50 метров за медалью – это целая жизнь. Моя жизнь. Мой путь. Спасибо, папа». Дмитрий Баландин. Великолепная десятка казахстанского спорта.